Так, внимание. Марш! Служба не только опасна и трудна. Армия – это дисциплина и школа жизни. Солдат должен уметь и автомат собрать, и марафон пробежать, и кровать заправлять под линеечку. Хотим это приобщить их к армейской службе, чтобы они увидели, посмотрели, как живут солдаты, как проходит военная служба, чем они тут занимаются, как проходит физподготовка. Сегодня на территории зенитно-ракетного полка совместно с Бобруйской городской организацией БРСМ проходит военно-патриотическая игра, посвященная столетию комсомола. Ребята из колледжа города Бобруйска пришли с позитивным настроением узнать все же, что у нас происходит в армии. На себе военные тяжбы испытывали учащиеся медицинского, механико-технологического, торгово-экономического, лесотехнического, аграрного и художественного колледжей. Ребята примеряли бронежилеты, научились справляться с Калашниковым и идеально заправлять постель. Гвоздь программы – полоса препятствий. На 100 метрах расположились окоп, лабиринт, тоннель и щит. Главное – не только скорость, но и командная работа. Все довольно-таки интересно, весело. Что-то было таким вот, казалось, невыполнимым, как, например, полоса препятствий. Но довольно-таки наши парни, как и девчонки, очень хорошо справились. В дальнейшем можно было бы еще поучаствовать в подобных мероприятиях. Весьма положительное впечатление, на самом деле. Давно такого не было. Понравилась больше всего полоса препятствий и разборка автомата. Финальной нотой в знакомстве с армией стала настоящая солдатская каша. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.